Более 400 молодых семей в Курганской области получат субсидию на новое жилье. Об этом на аппаратном совещании в правительстве региона рассказала директор Департамента образования и науки Курганской области Наталья Бабкова. Распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетом предполагает распределение средств в сумме 307 миллионов рублей. Из них 40 миллионов – это областной бюджет, 267 – федеральный бюджет, что позволит улучшить жилищные условия 420 молодым семьям. Средства направят молодым семьям, в том числе неполным. Участники программы должны соответствовать следующим условиям. Возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не должен превышать 35 лет. Семья признана нуждающейся в жилом помещении. Наличие у семьи доходов, которые позволяют получить ипотечный кредит. Субсидия распределена между городами Курганом и Шадринском, а также 23 районами региона. Василий Сысуев, Дмитрий Тихонов, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».